Всех приветствую! Меня зовут Макарова Мария. Я практикующий дизайнер интерьера и ландшафта уже более 13 лет. А последние 5 лет я открыла в себе новую сферу деятельности – преподавание рисунка живописи для детей и взрослых. Помимо этого, у меня еще много увлечений, желаний, целей, как профессиональные, так и в личных сферах. Теперь, что касается научного центра BEMCOM. Я решила пройти тест обследования несколько месяцев назад, и результаты превзошли все мои ожидания. Я получила ответы на сложные и важные вопросы. Кто я, какие мои истинные цели, исходя из моего психотипа и нервной системы, где, в каких сферах и направлениях мне стоит сосредоточиться и где ждет меня успех. Опять же, где лучше развиваться. Уверена, что каждый задается подобными вопросами, независимо от возраста и статуса. Каждый хочет понять лучше себя и понимать, где более эффективен человек, где лучше взаимодействовать с другими людьми. Лично я в течение 2 месяцев после обследования имела сильный прорыв как раз в сфере деятельности преподавания рисунка и живописи. То есть для меня это послужило вдохновением, в какой-то степени благословением. И эту профессию, которую раньше я воспринимала как дополнительное, как хобби, теперь я воспринимаю ее более серьезно и занимаюсь в этом направлении более основательно. Я обрела больше уверенности, вдохновения в этом. В общем, я рекомендую всем, независимо от возраста и статуса, пройти это обследование. Особенно тем, кто задается вопросами, поиском дела в своей жизни. Естественно, школьникам, старшеклассникам и студентам, когда очень важен вопрос, куда пойти, куда податься, чем заниматься. Я считаю, что любому человеку стоит пройти этот тест хотя бы для лучшего понимание себя, знакомство с собой. Вы можете открыть много интересных тем, потому что этот тест обследования, он действительно очень основательно и глубинно изучает индивидуальность человека. Пожалуй, на этом все. Спасибо. Всем удачи, всего доброго.